привет, с вами Кит Кейт. И сегодня мы поиграем в моих маленьких милых пушистиков. Кстати, если ты любишь котиков и песиков, то обязательно ставь лайк. А мы начинаем. И сегодня мы пришли в гости к моим котятам. Ой, а что это у вас ветки? Это что, осень что ли пришла? Ветки валяются, листья валяются. Как-то это не очень хотелось бы. Ну ладно, я вообще-то хотела, чтобы у нас всегда было лето. Но мне вообще лето больше нравится, чем все остальные времена года, потому что летом всегда хорошо и прекрасно. Ну ладно, осень так осень, давайте играть тогда с нашими малышами и посмотрим, чем они тут у нас заняты. Вон палку опять притащили. Ну, как всегда. Так, ты иди в коробку играй, а я посмотрю, что у вас еще. О, рыбки, носки. Что, простите, носки-то зачем? Кто вообще придумал здесь носки разбрасывать? Странная идея, конечно. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь еще есть. Кстати, комната стала очень большая, и за счет этого можно в нее очень долго играть, ходить везде и все такое. Тикс, давайте... О, еще одна мусорка. И еще второе окно появилось. Ничего себе. Кстати, давай посмотрим, что у нас за наряды есть у наших малышей. Все за деньги, как всегда. Печально, конечно. Хотя все вроде у нас это было уже. Это было. Новогодние костюмы тоже были. Нам бы какие-нибудь летние. Жалко, конечно, денег тратить. То я бы вон тот вот с цветочком бы купила. Или, кстати, давай вот такой наденем. Ну, в целом, неплохие нарядики, скажу я вам. Если учесть, что это всего лишь котики, очень даже неплохие. Котики такие котики. Ладно, ты иди спать, ты иди играть, ты иди тискаться. Ну что, вы будете нет играть? Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, веселье. Я думала, что опять у нас что-то потерялось. Так, ладно, эти играют, а мы пока сходим к песикам. О, вот и песики, вот это я понимаю. У песиков всегда весело и интересно. Огрызки всякие валяются. Это кто тут пробежал, сломя голову? Да что ж такое-то, его еще и не догонишь. Ладно, сейчас приберу все вокруг. Но чтобы порядок, так сказать, был. А то, о, вот, а это что? Точно, у нас же маленькие питомчики были. Я совсем забыла. Слушайте, у нас же были маленькие питомцы. Давай-ка сходим, посмотрим. Подождите, идем-ка со мной, посмотрим, пойдет ли с ним питомец в ванну купаться. Сейчас проверим. Так, питомец просто ждет. Ладно, давайте посмотрим, какие у нас питомцы вообще появились. Может быть, у нас есть кто-то новенький. И заодно выберем, с кем он будет играть, дружить и все такое. И если получится, то сделаем новых питомцев. Потому что они там за деньги делаются. Это не так просто. О, еще грязнулька, подождите-ка. Подождите-ка, надо бы здесь с грязью разобраться, с этим мусором и все такое. Посмотрите, какой этот грязный пес. О, божечки, макрошечки. Он, походу, на улицу ходил, судя по его чисто-нечистому виду. Ладно, этого искупали, этого накормили, все в порядке. Так, вы можете идти покушать, подождите, не носитесь вот так. Я, конечно, понимаю, что песики всегда носятся, но не так же сильно. Так, и купим, хотела сказать. Пустим им шариков, пусть они играются. А я пойду посмотрю, какие у нас мини-малыши появились сегодня. Ага, грибы растут, трава растет. А здесь, опаньки, вот же у нас новое яйцо. Отлично. Сейчас посмотрим, кто же там сидит. Что за цыпа-цыпа? Цыпленочек, подождите. Давайте посмотрим, кто там у нас появился. О, нет, у него этот был, да, все правильно. Так, сейчас сделаем зайца какого-нибудь выберем. Нет, не зайца, давай котика. Вот этого. Этот котик мне больше всех нравится. Ну, по крайней мере, один из тех, кто нравится больше остальных. Вот, с котиком будет цыпа-цыпа. Отлично. Посмотрим, можем ли мы еще что-нибудь сделать. Сейчас посмотрим. Опаньки, мы можем дракончика какого-то запустить. Интересно посмотреть, какой же он будет. Кстати, если ты любишь сюрпризы из яиц, обязательно ставь лайк, потому что их любят, мне кажется, просто все. Так, что, целый час ждать? Эх, печальная печаль. Ладно, придется рекламу смотреть. Ну что, я, в общем-то, немножечко посмотрела рекламу и посмотрим, кто же нам еще попался. О, это какой-то ежик-динозаврик?
Тикс, пошли выбирать скорей. Давай его выберем тоже какому-нибудь котику или песику. Кому же выбрать? Ладно, давай розовому зайчику. Пусть он порадуется немножко. Тикс, где же у нас этот дракоша? Вот такой дракоша будет. Очень милый и красивый, мне нравится. Если тебе тоже нравится, обязательно ставь ему лайк. А я хотела посадить что-нибудь новенькое, но мне ничего не вышло, потому что к зайчикам-то мы давно не ходили, а здесь они успели намусорить. Ну, как всегда. Эти зайчики те еще друзьяшечки. Они любят здесь баловаться, мусорить и все такое. Так, ты иди кушай. Ты иди кушай и пей. В общем, да, делайте все свои дела. А я пойду помою вот этого грязнульку. Он с питомцем ходит и весь грязный. Это ж где видано, где слыхано. Некрасиво ж так ходить. И пока он моется, я приберу здесь немножечко... Эй, а где у нас... Подождите, а где у нас остальные питомцы? Подождите-ка. Посмотрим, что можно делать с зайчатами. И, кстати, я предлагаю сходить поиграть в какую-нибудь мини-игру, потому что это всегда весело и прикольно. И хочу посмотреть еще вот здесь арбуз. Вкусняшка. Ох, кушать захотелось, но так всегда. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь еще есть интересного. А у нас есть салют. Прям в доме... Да, вы что придумали-то? В доме-то кто? Сердечный. Это хорошо. Ладно, в доме лучше этого не делать. Потому что если в доме пускать салют, то может произойти что-нибудь непредвиденное. Давайте лучше, знаете, что сделаем? Правильно, поиграем с собачкой. Собачка или... О, кстати... Божечки, макарошечки, да я еще не успела понять, что надо делать, а вы уже вот так вот. Эти песики мне покоя не дают. В общем, я хотела сказать, что он катается вдвоем с питомчиком своим. Это прикольно, интересно. А другие питомцы тоже используют своих малышей, в общем-то, в дружеских целях и веселятся вместе с ними. Ну, я же думаю, что это для них веселье кататься на скейте. Собаки ведь так-то не очень этим занимаются. Ой, я, кажется, чуть не промахнулась. Ладно. Ой. Сейчас попробуем вот так. Я, если честно, немножко побаиваюсь, что мой пес может провалиться куда-нибудь и проиграть. О, какая-то бочка большая. А, это не бочка, это какая-то дыри. Мы в пирамидах египетских. Я даже не сразу об этом поняла и не догадалась. Я вообще думала, что мы просто по земле едем. Да, ну, в общем, да. Я всегда проигрываю, но вы знаете, не будем мы больше играть в это, но зато заработали 5 монеток. Лишними не будет. Тикс, что у нас там еще из игры есть? А давай-ка посмотрим, куда зайчики скачут. Вдруг они... Ух ты, зайчик тоже с питомцем поскакал? Это интересненько. А если бы питомцы были у другого зайчика, он бы тоже поскакал? Получается, выбирается с питомчиком зайчонок? Это прикольно. Кстати, мне не очень почему-то нравится прыгать вот по таким островам. Они потому что уезжают от меня только в путь. Я только прыгну, они уже уехали. Еще и ломаются быстро. И если мне в конце еще за это ничего не дадут, то я вообще расстроюсь. Тем более это высоко, небезопасно и все такое. Что за прикидики? Эх, я аж испугалась. Посмотрите на моего какого-то китайского зайца. Странно. Ладно, пойду-ка домой. Реально, это было очень странно. И почему китайский заяц стал, а не простой? А я, в общем-то, ну, пойду-ка я моих зайчиков спать положу, наверное. Потому что они должны отдохнуть же к тому моменту, когда я захочу с ними снова поиграть, чтобы они спать не хотели. Хотя одного грязнули опять поймали. Эх, грязнули. Ладно, ребят, на сегодня все. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы приходило уведомление о новом видео. А я посмотрю, что мы можем купить у этого чудобрека. А это грязный ботинок. Да, не очень-то приятно. Это дерево. Что? Настоящее дерево? Вот это красота, лепота, вот это я понимаю. Подождите, а что зайцы могут делать с моим деревом? Сейчас посмотрим. И что же, просто есть его? В смысле, у туалета-то зачем дерево есть? Давай-ка я его туда на кухню отнесу. Подождите, сейчас сделаем все, как хорошо полагается. Этого искупаем. Я только хотела их отправить заниматься всех своими делами. Как оказалось, что здесь что-то еще и купить можно. Да, и как мне теперь быть?
Ладно, купим у остальных, ну, в смысле, котикам и собачкам в следующий раз. А на сегодня все, ребят. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы приходило уведомление о новом видео. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч.